Байден заявил о согласии разрешить Украине бить дальнобойными ракетами вглубь РФ, если войска КНДР вступят в бой на территории Украины. На днях уже было известно, что северокорейцы сейчас присутствуют в Курской области. Но, как заявили в ГУР, РФ перекидывает военных КНДР в большинство районов, которые граничат с Украиной. Суммарно солдат уже более 7 тысяч. Их вооружили и дали немного экипировки. Но насколько северокорейцы умеют этим пользоваться, пока не ясно. Кстати, как заявил директор украинского спецтехтранспорта, свои крылатые и баллистические ракеты Украина будет иметь уже в 2025 году. Поэтому уже скоро разрешение не понадобится. Кто знает, может, первые испытательные образцы полетят на Россию и в этом году.